Брат устроил компьютер из такси 6-й уровень, без обратных ходов. Но в конце никак не мог мат устроить, траектория повторялась, так можно было объявить ничего, но я как бы не объявил и устроил мат. Но если бы играл против соперника, так он бы мог объявить ничего, потому что траектория повторялась. Вначале как-то дал много себя порубить. Я такими несколько непривычными шагами пошел. Он как-то спутался или что. Пока он грузится, быстро покажу игру, потом проанализирую. Вот я сколько из пешек порубил его. Большую часть, как показывает компьютер, я выигрывал. У него грубая ошибка, 5 грубых ошибок, у меня 3 грубые ошибки. У него 11 ошибок, у меня 6 ошибок. Сомнительных ходов у меня 9, у него 13. Где тут моя грубая ошибка была? Что вот тут подошел? Нужно было короля подпинуть, чтобы он к своим спешкам добраться не мог. Потом другая ошибка. Поставил мат короля. Шипустил пешка, чего было ошибать короля, чтобы он не мог подойти ближе, и все. Да.
грубая ошибка. Хотя я не вижу никакой там грубой ошибки. Он как бы мог не пустить мне. И могло все ничьей закончиться. Нет, все равно. Я если королеву мог набрать. Ладно, тут перезагружать не буду компьютер, а то он зависает потом. Когда этот анализ делает вокал Stockfish, глубина 19 из 19. Тут уже можно победить. Еще грубая ошибка. Вот одна, вторая и третья. Ну, как бы не очень существенны эти ошибки все равно. Тут еще какой-то прогиб был глубокий, где мог я его победить легко. Тут мог идти, потом он тут, я тут, как компьютер грузится сильно, боюсь, что зависнуть может. Тут я уже башню разменял на слона. Тут уже ему не сладко. В общем, не буду тут подвначале. Он пошел тут, я пошел тут. Тут как бы ему нужно было бить. Тут как бы замечтавшись, что я по умолчанию хожу в этой спешке, я... Не задумавшись, тут пошел, он даже ее не сбил. Человек бы ее бы сбил. Компьютер, он свои планы как бы думает. Я сбил. Он, по идее, тоже должен сбить. Но он не бьет. Теперь он тот точно уж должен сбить. Он опять какую-то глупость вытворяет. Ну теперь уж должен сбить. Он опять что-то
химичит. Я-то добил, конечно, ему еще одну спешку. И вот уже на одних его этих глупостях я уже какой себе плюс заработал. Вон какой минус. Он выровнял позицию, мог так сделать, мог быть, он не заметил, а я бью. Какую-то опять ерунду надумал, может быть, пешку. Он прогоняет пешки. Вот что он тут вот подошел. Мог же просто сбить это. Может, чтоб я ее в дамки не загнал. Потому
потому что он все равно эту пешку не мог бы удержать, наверное. А если бы сбил, я бы потом тут подошел и потом начал бы эту гнать вверх. Эту мог свою даже несмотря, что я ошибки делал. Маленький шанс у него появился. Тут мы минус 56, тут минус 5,8. Это все равно ты. Опять минус 5,8. Наконец я догадался, что нужно тут идти. Теперь ничего не может делать. А вот тут мог подойти, поставить шаг и сбить его башню. Не нужно было бы жертвовать башню.
видимо, ничья, потому что я три раза так ту самую траекторию ходил. Поэтому как ничья обозначает.